вот собачки, Миша. Вот они у меня такие хорошенькие собачки. Они, ну вообще они очень хорошие, значит. И вот я когда один раз в город ушел, мы последний раз с ними повалялись, поиграли с ним в травке. Я пошел в город, их оставил. И мы все время с ними балуемся, каждодневно. Я все время их глажу и всегда ласковое слово говорю, всегда. И кормлю постоянно, кормлю. И хорошие-хорошие такие сочные косточки, мясо даю, ну все, короче. Молоко пою, все, ну что им душа желает. И рыба, любая, свежая, вареная, какая хотите. И кашку там варю, сам себе кашку, и им даю. Короче, ну у них питание, ну, исключительно хорошее. Вот так я, ну, люблю. И вот тут с города возвращаюсь, тут нету, куда не исчезли. Звал, 10 минут, ну, у меня такое сразу представление. Все, приехала какая-то машина, короче, их пристрелила каким-то оружием нафиг. Или, а может, и отравили уже какой-то вот этот подонок, здесь ко мне один ходит, травит собак этих. Думаю, вот, может, он отравил, нету собак. Да. А у меня, когда вот так, если что-нибудь плохое мне сделают, например, да, ну, обычно люди мстят друг другу. Вот ты мне сделал плохое, я тебе отомщу. Ты мне сделал плохое, а у меня не, у меня все наоборот. У меня по-другому стоит. Например, даже моих вот собачек отравят или убьют их, да? У меня месть вот такая. Я еще чище становлюсь. Я еще честнее становлюсь. Я еще лучше работаю, короче, в общем. А он думает, что вот, вот мне плохо сделал. Нет. Он, я от этого адреналин получаю, как это, ну, я еще становлюсь и еще лучше, и еще богаче, и еще. А он, который натворил, он думает, все, я сник или так далее и тому подобное. А ему, наоборот, еще хуже становится, тому человеку, который навредил. Вот у него душа темная, да, она еще темнее сделала. Вот она еще, а потом он вообще, короче, его как бы черви поедают, все снаружи, и все, и он, этот человек, просто погибает. Вот он, человек тот погиб, а я как бы возвысился и еще, короче, возвышаюсь. Вот от таких, от жестоких людей я возвышаюсь. Вот мне люди зло делают, да, а я возвышаюсь, а я еще возвышаюсь, я еще чуть-чуть. Вредить не надо, вот как Чечня, там ингуши делают, там у них месть, например. Вот кто-то что-то навредил. Вот так делать не надо никогда. Там взрывают здания, сам себя динамитом обклал. Вот что он думает, он что? Все, он испарился, его нету, этого вредителя. Он сам себя испаряет. Вот. Вот так она и получается. Она. А надо мстить вот так. А я мщу по-другому. А я мщу вот так, наоборот. Например, здание разрушили, вот, например, здание разрушили. Ты должен здание построить в 3 раза лучше, еще красивее, и еще. Еще раз, он пускай, ты еще делай, стараться вот так, вот таким макаром. Вот, короче, наносить удар по преступному миру. И он ничего не сделает. Так, он, в общем, он буквально и ноль. Он сам себе эти удары делает, сам себе. Этот преступник сам себе удары делает. Вот. А я вот все делаю нормально. Меня стараются всяко скрутить, язык отрезать, глаз вытнуть, ногу обрезать, так далее, поиздеваться, так далее. Но я все равно выхожу и буду выходить. Вот. Как говорится, всем смертям назло. Вот так что. И бесполезно. Только делай по-честному и все. Надо по-честному в этом мире жить. А у нас кто по-честному живет? Да никто не по-честному не живет. У нас бандит на бандите. На. Сейчас что творится, я не знаю. У тебя вообще беспредел, что творится. На. Я даже вот этот беспредел, да, мне плюю на этот беспредел весь, да, на. Там пускай хоть что вы там делаете. На. Да вон на яхтах катаются, на вертолетах летают. Все это падает, рушится. Потому что, о, слабо. Что у тебя яхта? Ты все равно на этой яхте куда-то врежешься. Пускай у тебя хоть какая-то крутая. У тебя все дороги, да, все дороги усыпаны слева и направо, все памятники. Все, это все гибель. Это ваша вся смерть.
Не надо. Вот у меня даже гонча будет такая самая крутая тачка, да? Я никогда аварии не сделал. Самый такой истребитель, мощный такой истребитель будет. Никогда аварии не делал. Потому что везде надо четкость. Ну, у тебя как бы полностью... Ты влитой был в самолет, влитой был в машину, влитой ты был в мотоцикл. Как два. Вот мотоцикл. Вот я, мне почему мотоциклы нравятся? Вот эти мотоциклы, да, вот такие мощные на дорогах, даже полиция не может вогнать. Вот эти мне мотоциклисты нравятся. Они гонят, они знают вот эти виражи и так далее. Вот он как влитой в этот мотоцикл, мотоциклист. Вот эти мотоциклисты, ну это даже по сравнению, вот, что он истребитель там летит, там военный или какой-то. А вот этот мотоциклист намного раз, у него смертей, да. Ой, там вообще это, черт его знает сколько. А он все увиливает. Это чуть-чуть не так сделал в рулем, не так повернул. Где-то кочка, все, вылетел, все, смерть. Вот, вот эти мне мотоциклисты, вообще парни нравятся, молодцы. Вот так надо в этом мире жить. Круто, наверное.